Я спешу поделиться для меня радостью и гордостью. У меня была клиентка, которая снимала квартиры посуточно. Сейчас она уехала из Петропавловска-Камчатского в другой город. И благодаря тому, что была моей подписчицей, смотрела за моими публикациями, она взяла и купила студию и готовит ее сейчас для посуточной сдачи. Сейчас мы будем с ней работать вместе, индивидуально, чтобы она запустила ее.